кутюр'є. Саме таким модним словом сьогодні називають дизайнера одягу. Професія ця неймовірно популярна та престижна. Імена Джорджо Армані, дизайнерські дуе Домініко Дольче і Стефано Габбана тому вагоме підтвердження. Ця професія не втрачає актуальності, адже люди завжди хочуть мати гарний вигляд та носити гарний одяг. Олександр Єрофєєв ніколи не сумнівався, якою саме буде його професія. Із самого дитинства вже мав хист до дизайну одягу. Сьогодні він власник ательє з пошиття одягу. Ми познайомимося з його історією. Самые простые, да, это были, безусловно, куклы-сестры, которые обворачивались там в какие-то там зайцы плюшевые, которые закутывались в пледы. Так как у меня бабушка работала в ателье, я проводил много времени в ателье, когда меня мама отправляла к ней на каникулы. Я жил там, можно так сказать, в этом ателье с детства. Поэтому там было такое огромное количество чего-то, что я шил, что я даже не вспомню. В нашей стране всегда было тяжело найти работу, мы все это прекрасно понимали. Когда молодой человек, студент, заканчивает учебу, нужно где-то себя найти. Найти себя было очень тяжело, тем более в нашем городе, в нынешних условиях социально-экономических. Поэтому была возможность уехать на определенное время, получить опыт, заработать, пообщаться с хорошими, интересными людьми, настоящими профессионалами своего дела, которые уже впоследствии вдохновили на создание чего-то своего. И когда определенная усталость от чужой стороны большого города накопилась, захотелось вернуться домой, ну и чтобы где-то работать, вот именно возникла идея именно так. Когда приезжаешь из другого города, хотелось изменить отношение к работе, отношение к клиенту, отношение к людям. Хотелось сделать не просто заработать денег, а сделать что-то красивое, качественное, хорошее и по более доступным ценам. Ательє існує вже 6 років, і Олександр вже досягнув успіху в індивідуальному пошитті чоловічого та жіночого одягу. Здавалося, над такою великою кількістю замовлень мало працювати багато працівників. Але це не так. Мы настолько загружены всегда работой, что мы просто не успеваем, ввиду того, что очень мало работников. Вот. Найти человека, который любит свое дело, очень сложно. У нас идет определенный поток людей, когда мы смотрим, ищем. Но если это какой-то молодой специалист, то это всегда люди вот зачастую по себе знаю, когда мы заканчиваем учебное заведение, мы идем с какой-то короной из него выходим, что мы самые лучшие, что мы самые умные, мы все имеем, и нам нужна очень большая зарплата, мы достойны большего. Вот. К сожалению, приходится молодого специалиста, ну, как и меня в свое время, в определенных моментах обламывать, что немногим нравится. Опять-таки, наше экономическое положение в государстве тоже нас обязывает к тому, что некоторые молодые специалисты не могут себе позволить как бы медленно работать, учиться, им нужно себя содержать. Если у них нет этой поддержки, безусловно, они уходят из профессии. Это самое печальное в нашем деле, что вот кадры некоторые уходят. Но иногда клиенты приходят и не знают, что они хотят. Мы предоставляем определенный вид услуг, например, от А до Я, когда клиент говорит бюджет, который у него есть на вещь, и мы полностью подбираем платье, ткани, фасоны от начала до конца. Некоторые клиенты приходят уже со своими идеями. Для некоторых клиентов это развлечение. Своего рода они, вот покупка тканей, выбор фасонов, моделей, крутить их, вертеть, это вот для них такая отдушина от работы, от буденной жизни такой. Ткани разные, что-то мы покупаем здесь в Николаеве, в наших магазинах, что-то заказывается у поставщиков, которые везут ткани из Италии, из Эмиратов, из Англии. То есть огромное количество, все зависит от, опять-таки, от бюджета вещи. Но мы всегда выбираем моменты вот в подборе тканей, это когда не всегда даем предпочтение, например, очень дорогим тканям. То есть определенный эконом-сегмент, который и в качестве, и в пошиве, и в работе выглядит очень хорошо, и в дальнейшей носке клиент остается доволен. То есть можно купить очень дорогой шелк, который по своим структурным особенностям сразу же может прийти в негодность, и вам надо будет шить еще одну блузку. Если у вас есть возможность, вы это можете сделать. То есть, безусловно, можно купить дорогую ткань и пошить что-то невероятно красивое, качественное, но из эконом-варианта тоже можно получить хороший результат. И точно так же наоборот, можно, купив дешевое, обжечься, и можно купить дорогое и тоже обжечься. З
Замовлення бувають різні, незвичайні, а інколи навіть екстремальні. А взагалі Олександр в своїй справі найскладнішим вважає саме роботу з людьми. Экстремальные заказы – это когда у нас была, например, беременная невеста на 9 месяце и поставила нам задачу, свадьба у нас была 9 мая, а вот роды 13-го были назначены. И, безусловно, у нас была задача сделать за короткий срок платье, и так, чтобы и живота не было видно на 9 месяце. То есть это было очень сложно, при том, что девушка в таком состоянии, она всегда эмоциональна. При этом мы шьем платье уже почти доводим до финального этапа, когда она говорит, нет, не хочу, я хочу другое. И буквально за 2 дня до свадьбы мы просто шьем совершенно другое платье. Вот это эмоции. Когда нам ставят задачу, например, пошить конкретное платье и не мешают нам в процессе, это всегда результат намного лучше, нежели когда клиент начинает все время участвовать, давать свои какие-то советы и тому подобное. Потому что люди, имея одно образование, вы знаете, в советское время в определенные моменты все шили сами дома. И все были великими профессионалами, все знают, как шить. Но на самом деле это совершенно другая сфера, совершенно все по-другому, и когда тебе не мешают, как профессионалу, ты всегда делаешь намного лучше. Опять-таки, когда тебе доверяют, ты стараешься оправдать это доверие и сделать намного лучше, чем вот хотелось бы. Вы знаете, каждое ателье имеет свою определенную направленность. Есть ателье, которые работают для молодежи, так сказать. Есть, которые для среднего. То есть разный уровень, разный класс клиентов, возраст клиентов. У нас так сложилось автоматически, мы не специально к этому шли, но наши клиенты — это женщины в основном, среднего возраста, состоявшиеся, уверенные, которым многим не нужно никому ничего доказывать. Это какой-то бизнес, это просто из хороших семей. Поэтому такие люди выбирают все-таки классику, спокойные цвета, качественные ткани. Порой, казалось бы, обычное платье синего цвета, но очень красивый глубокий синий, очень качественная ткань, простой крой. Как говорил Кристиан Диор, идеально скроенное платье – это то платье, в котором нет никакого кроя. Вот, поэтому вот все-таки наш клиент – это вот эта категория, поэтому и Николаев шьет, так как мы движемся, наверное, все-таки в Европу, мы сейчас очень много перенимаем оттуда, мы читаем глянцевые журналы, мы видим, что там происходит. Безусловно, вот эта европейская мода, которая простая, мешковатая на сегодняшний день, серая где-то, вот это шьют. Дуже цікаво, звідки такі творчі люди черпають свіжі ідеї? Идеи – это люди, которые к нам приходят. Идеи – это те отрезы ткани, которые мы получаем. Потому что иногда ты берешь просто отрез ткани, и ты в него влюбляешься, и понимаешь, что вот это я хочу с этим работать, я хочу что-то из этого сделать. Идеи – это то, что делают другие, безусловно. Когда мы смотрим на наших коллег, это не имеет значения, это либо это региональный масштаб в пределах нашего города, либо это национальные, либо мировые какие-то знаменитости. Мы всегда смотрим на них, мы стремимся, мы вдохновляемся документальными фильмами о них, их истории, книги о них. Те же глянцевые журналы, которые мы смотрим, и когда мы открываем, видим красивые фотографии знаменитых фотографов, безусловно, это не может не вдохновлять. И, безусловно, хочется и по чуть-чуть это перетягивать к себе. У вільний час Олександра також надихають малювання та книги. Я люблю очень читать, и из последних книг это Фіцджеральд, полное собрание сочинений, это 4 романа Ремарка, ну и детские приключения Володимир Рудкевский, Джури, сейчас заканчиваю последнюю часть. Безусловно, какое-то вдохновение – это то, что мы видели. Это увиденные картинки, это услышанная музыка, это какие-то цвета, которые мы увидели на улице. Это человек, у которого были какие-то красивые глаза, и ты вдохновляешься. А да, ему надо вот зеленый, у него такие зеленые глаза, вот тут должно быть зеленое платье. Тут должен быть такой эскиз. И это настроение. Не всегда хочется рисовать. Не всегда хочется. Бывают периоды, когда ты вообще не рисуешь. Ты не берешь карандаш, не трогаешь ничего. Просто забываешь об этом. А потом, когда что-то тебя где-то вдохновит, ты начинаешь рисовать. И даже порой не очень красиво, потому что ты что-то забыл. Рука сбилась, например.
Ми звикли думати, що дизайнер одягу мало не зобов'язаний брати участь в тижнях моди і створювати нові колекції. Та чи дійсно це так? Хотелось бы, наверное, какого-то семейного ателье. Вдохновляюсь, наверное, европейскими небольшими ателье. К сожалению, опять-таки, в связи с нашей историей, в нашей стране очень много было потеряно. Ну, что-то приобрели, что-то потеряли, но вот в Европе есть семейные ателье, которые работают больше 100-200 лет. Они небольшие, там 5, ну, максимум 10 человек персонала. Это большая история, это невероятное качество работы, там стоят очереди туда. Их вещи стоят не меньше, чем вещи именитого дизайнера. Поэтому, наверное, все-таки больше я равняюсь на такие семейные ателье закрытого плана, можно так даже их назвать, наверное. У Олександра є незмінна помічниця Олена, яка з нашим героєм від самого початку створення ательє. Это я. Когда меня нет, как это моя совесть, можно сказать. Человек, который может меня вовремя где-то остановить, где-то направить. Мы уже знакомы больше 10 лет, мы вместе учились. Вот. И когда у меня появилась идея создать ателье, мне нужен был помощник. Ну, первый человек, к кому я обратился, безусловно, это была Лена. Вот с тех пор мы вместе прошли очень много, все переживания, весь экстрим, вот все, что было. Были люди, которые менялись, это человек, который все время с нами, вот, поэтому за что я очень благодарен. Я Саша, скорее, третья рука, потому что и правая, и левая у него есть, и всегда он на работе. А вот третьей руки ему не хватает, четвертой, пятой, шестой, ну вот я могу только дать ему такую рабочую третью руку, правую, я правша, вот, поэтому, так, мне прекрасно с ним работается, у нас хороший тандем в плане сочетаемости, мы как-то друг друга дополняем, это главное, мы можем спорить, но мы не деремся, не кусаемся, все нормально. Мы никогда не кричим, наши споры всегда конструктивные совершенно, мы просто ищем истину, это не споры в смысле ругни какой-то, это просто... Ну, результат нам нужен, а результат, он, ты всегда не знаешь, ты всегда о чем-то думаешь, ты всегда себе не доверяешь, надо кто-то другой. Если он сказал, да, я тоже так думаю, значит, тут, скорее всего, это оно и есть. Или мы начинаем искать как-то вместе какой-то третий вариант. Мені теж хотілося, щоб майстри пошили для мене яку-небудь гарну сукню, щоб вона була яскрава і пасувала мені. Всі нюанси, фасон, довжину я довіряю обрати спеціалістам. Для початку потрібно обрати тканину. Олександр та Олена запропонували мені тканину від культових італійських дизайнерів з дивовижним, яскравим, веселим та майже дитячим малюнком. Та найскладніша робота попереду. Я не буду брати в цьому участі, а просто прийду на примірку. І ось моя сукня майже готова. І вона неймовірна, наче створена з дитячих малюнків, саморобних листівок для мами, дуже барвистих і життєрадісних. Ця сукня просто сама чарівність, неймовірно жіноча та ніжна.